Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Бүгін 2 қыркүйек, 2 сентября 2022 года. Қазір мен Орал қаласынан Ақтөбе қаласына шығып бара жатырмын. Осы жолдың бойында бүгін біз Шалқар көліне баратын болдық. Сейчас я еду по объездной дороге города Уральск, выезжаю на трассу в сторону города Ақтөбе, и сегодня заедем на озеро Шалқар. Қазір 9:20, далада 21 градус. Сейчас у нас 9:20 утра, на улице плюс 21 градус тепла. Ночью было довольно прохладно, вчера было жарко, плюс 35 градусов. Сегодня также обещают жару. Вот, также сегодня утром получилось заправиться 95-м бензином. До этого было ограничение, только по талонам отпускали. А вот на днях, получается, там президент сделал выговор министрам, и вдруг появился 95-й бензин не по талону. То есть можно заправить за наличку, ну или по карте. Только отпускают 40 литров за раз. Вот, так что мы залили 40 литров. Ақтөбе 473 шақырым. 473 километра до города Ақтөбе. Ранее на данном посту никого не видели, а здесь сейчас стоит полиция. Также транспортная полиция. Ақтөбен жолына шығып бара жатырмыз. Сейчас вот выезжаем на трассу Орал-Ақтөбе. Уже проехали по объездной дороге. И вот нам сейчас здесь направо. Уже подъехали на поворот в сторону Шалқар-Көлі. Дорога до поворота была отличная. До Шалқар-Көлі показывает 59 километров. Так, поворачиваем направо. В этой стороне также есть другие населенные пункты. Талпын, Анкаты, Сарыөмір. В эту сторону тоже есть асфальтированная дорога. Надеюсь, до озера будет такая же хорошая дорога. Вокруг здесь поля, дорога отличная, хорошо едем. Талпын ауылы. Анкаты ауылына жақындап қалдық. Осы жерде Сарыөмірге 37 шақырым екен. Поворачиваем в сторону населенного пункта Сарыөмір. Нам еще ехать 37 километров. Здесь находится населенный пункт Анкаты. Здесь уже асфальт не такой свежий, как был до этого момента. Получается, до Анкаты обновили асфальт, а здесь такой тоже в хорошем состоянии, но старый вариант асфальта. Вот здесь вот можно заметить, стоит макет коровы, и сразу за ним очень много коров. Вон там с левой стороны уже видим озеро. На дороге есть неровности, но без дырок. Шалқар ауылдық округа. Қош келдіңіздер. Озеро находится вон там слева от нас. Так, здесь такой большой кортеж проехал, видимо, не знаю, либо свадьба, либо похороны. Здесь вот Шалқар көліне қош келдіңіздер. Добро пожаловать на озеро Шалқар. Так, дальше мы в сторону аула ехать не стали. Решили свернуть здесь пораньше, так как на берегу увидели огромное количество юрт. Здесь вот даже вот вдали от озера стоит
туалетная будка. Подъезд к озеру не песчаный. Вроде уже потихоньку появился песок, но пока что едем нормально, то есть как бы вероятность застрять кажется низкой. Растут вот такие кустарники. О, здесь уже побольше песка. А дальше уже нормально, вроде здесь твердая земля, кажется. Едем прям к берегу, к юртам. Здесь также есть еще и металлоконструкция в виде юрты. Видимо, ставят выходные дни. Сегодня у нас пятница, рабочий день. Из-за этого народу, ну, людей никого нет. А так говорят, что обычно в выходные дни здесь очень много людей отдыхает. Так, даже не знаю, куда подъехать. Тут просто весь берег занят юртами. Вот такие вот юрты. Да тут прям целый юрточный городок. Просто многочисленное количество юрт. Ну, сейчас они все пустуют, но на некоторых юртах, заметил, есть номера телефонов, то есть можно позвонить, и, видимо, хозяин приедет сюда, если надо, как говорится. Вот. На данном озере я был последний раз в 2017 году. Озеро выглядело на тот момент, это было тоже лето, середина лета. Сейчас у нас осень, начало осени. И летом озеро выглядело намного лучше, и берег был не так далеко, как сейчас. Вот. Такие вот куски дерева валяются на берегу. Берег, конечно, туда вот прям убежал. Наверное, весной воды будет больше. Вода прибудет, как говорится. Вот, видно, что здесь тоже машины ездят сейчас, пока здесь воды нет. Либо подъезжают поближе к воде, чтобы искупаться. На данный момент вот здесь земля такая глинообразная. Легко продавливается. Вот ногой нажимаешь и чувствуешь, что нога проседает. Вот. Не сказать, что это такой мелкий песок, а такая больше земля, можно сказать. Так, идем все ближе. Ну, скажу так, визуально берег очень грязный. Очень много мусора. Пакеты валяются, окурки валяются, стаканы, пластик, бутылки. Ой, ужас какой-то. Очень печально все выглядит. Очень много мусора.
Ой, даже подгузники валяются. Так, пока что я не знаю, куда мы тут встанем. Хотели бы тоже искупаться, посмотреть, какая водичка. А так озеро красивое. Прям красота. Если в ту сторону смотреть, такое ощущение, будто нет края его. Просто сливается с небом. Вот, обратная сторона выглядит вот так. Вот так вот берег выглядит. Вот, ну, юрты, юрты, даже считать. Можно их даже не считать, как, какого количества они здесь. Их тут очень много. Прям вдоль берега, вон, прям до аула тянутся эти юрты. В Казахстане я знаю два озера Шалкар. Один находится вот здесь, в Западной Казахстанской области, а второй находится в Северо-Казахстанской области. И там я купался. Пока что вроде других озер с названием Шалкар я не посещал. Если вы знаете еще другие озера Шалкар, пожалуйста, делитесь в комментариях под этим видео. Слушайте, а вот здесь вот на берегу есть ракушки. Очень мелкие ракушки. Значит, по всей видимости, данное озеро как-то связано с морем. Вот, прям мелкие-мелкие ракушки. Дробленные. Предлагаю сейчас, наверное, поближе подъехать к берегу. Найти более-менее чистое место для стоянки, где можно будет искупаться, отдохнуть. Решили прокатиться по берегу, посмотреть, какие еще варианты есть. Сапасын ашатын кілт. Не знаю, что это значит, наверное, какое-то кафе. Здесь, конечно, вот что факт, ну не факт, а в плане того, что выглядит некрасиво, то, что нет, так скажем, какой-то одной тематики, может быть, или нет, чтобы красиво все стояло в один ряд. Как-то вот все раскидано, что-то там сломано. Вот мы едем, и супруга говорит, что больше выглядит как заброшенная, да, заброшенная зона отдыха. Или заброшенный аул, можно и так сказать. Но здесь вот также среди юрт бегают собаки. Быть может, в какой-то юрте, то есть есть кто-то, то есть может люди есть, может кто-то отдыхает сегодня, или может просто кто-то присматривает за юртами. А так можно вот просто со стороны посмотреть, все они на замке, закрыты. Также можно увидеть вот такие скамейки, беседки, мангалы. Ну, до конца мы ехать не стали, там просто до конца толком не видно. Вон там далеко-далеко, наверное, еще километр, наверное, до последней юрты. Вот. Где-то вот на середине остановились сейчас. Просто, ну, я думаю, вы сами все на видео видите. Даже можно это не комментировать, что здесь происходит. Даже не знаю, кому подчиняется или кому относится данное озеро. Кто тут следит за чистотой, порядком. Вот, было бы неплохо взяться за порядок здесь. Кто-то может сказать, что я разбалован, хочу слишком многого, но я всего лишь хочу, чтобы было чисто. Ведь это как бы приятно и вам, и гостям, и как бы вообще в целом. То есть, когда опрятно, чисто, это
всегда хорошо, и это красиво, и я думаю, так должно быть везде. Нашли более-менее чистое место. Вот. Сейчас хотим посмотреть, как водичка. А так сверху посмотрели, что как здесь выглядит. По ощущениям классно. Водичка, ну водичка такая нормальная в целом водичка. А здесь, оказывается, дно глинистое. Смотрите, вот идешь и проваливаешься немножко. А здесь вот песок. Так, интересно. А где еще песок? Ух, чем дальше, тем холоднее водичка. Видимо, за ночь успевает остыть. А так в целом, то есть вода нормальная для купания. Вот здесь тоже более-менее, смотрите, какая глинистая почва. Ноги немного проваливаются. И опять песок. Видимо, глинистая почва не везде. Это радует. Здесь вот дальше песок. Песок, песок, вот такой вот берег, песок. Вот, ну, в целом, сверху можно было заметить, что, видимо, раньше берег доходил вон там до кустов, то есть за юртами. А потом уже начал мелеть, вода куда-то уходит, видимо. Вот, или же, может быть, весной вода опять дойдет до кустов. И к весне, может быть, эти юрты убирают. К сожалению, этого я сказать не смогу. Если вы живете в этих краях, пожалуйста, поделитесь информацией. Вот, насколько сильно поднимается уровень воды. Здесь у воды зеленоватый оттенок. Вот тут почему-то именно. Может быть, из-за глины. Здесь он такой прозрачный. Потому что здесь песок. Такой, причем он темный песок. Тут также есть такой желтоватый песок. О-о-о, нам придется, походу, далеко идти, чтобы вообще, так скажем, в рост окунуться. Проще посидеть на берегу. Вода слабосоленая. Попробовал на вкус. Также в интернете пишут, что здесь водится многочисленное количество рыбы, то есть разных видов. Сам, конечно, здесь ничего не рыбачил. Конкретно рыб не видел. Наверное, где-то там, в середине. А то здесь совсем мелководье. Все же до глубины идти, оказывается, прилично. Но зато вот берег вообще идеальный для детей. Можно сказать, что это отличное озеро для семейного отдыха с детьми. То есть можно не беспокоиться за детей, пока они играют. То есть пока они дойдут до глубины, это прилично. Вот, также заметил, что вон там вот аул, который вот есть. И рядом с аулом есть небольшие горы. Также в той стороне есть небольшие горы. Но в целом на этом все. Там дальше уже как будто бесконечное озеро. За короткое пребывание на берегу озера Шалкар пришел к таким вот выводам, но больше это звучит как рекомендация. Ең біріншісі осы Шалкар көлінің жағасын қоқыстан тазалау. Бұл ең біріншісі. Екіншісі осы кезелерді реттеп, білмейм, мүмкін осылай кішкентай-кішкентай, как сказать, сгруппировать юрты и поставить их как-то вместе, красиво, чтобы было аккуратно. А то они вот так вдоль берега раскиданы. А может быть, для кого-то это красиво, ну, может, или я уже придираюсь. Вот. В первую очередь, то, что я вот сказал, это, конечно же, мусор. Убрать мусор на берегу, привести это в порядок, сделать опрятно, чисто. И я думаю, тогда людей здесь будет еще больше. А так здесь есть все условия. Дорога хорошая, асфальтированная. Также находится вблизи небольшой аул. Однозначно там есть магазины продуктовые и так далее. И здесь ловит сотовая связь. И есть мобильный интернет. Я думаю, этого уже достаточно для развития местного туризма. Также было бы неплохо вот эти каркасы от юрт как-то, не знаю, их демонтировать, если они не используются. И вот здесь еще есть вот такие беседки.
Выглядят они, ну, не знаю, как-то страшновато. Вот, не знаю, может быть, их тоже как-то обновить, может быть, или демонтировать. Ну и, конечно же, еще раз хочу сказать, это уборка. Это мусор, очень много мусора. Сразу в глаза все бросается, много мусора. Вот. Понравилось, что туалеты расположены вдали от берега. То есть, чтобы дойти до туалета, нужно будет прогуляться. Это, конечно, плюс, что туалеты находятся вдали. Вот. Что же еще? Ну, в целом, вот такое место. Теперь вы знаете об этом месте. Вы видели это место. Будете в Западно-Казахстанской области, заезжайте. Конак болындар, как говорится. Вот. А на этом, наверное, все. И мы продолжим свое путешествие. В ауле Сарумыр, который находится на берегу озера Шалкарын, находятся детские лагеря, оказывается, есть. Вот, к примеру, один из них — это Балдаурен. Кажется, в ауле строится новая мечеть. Отдельного видео на канале про данный аул не будет, так как мы по времени просто не успеваем. Но я дальше вон там увидел, там на карте обозначено, что есть аул Шалкар и еще есть рыбцех. Вот, и в ту сторону тоже вдоль берега есть такая песчаная зона. И, видимо, там тоже купаются. Но мы туда не поедем, уже потихоньку начнем выезжать обратно. Оказывается, из города Уральск до берега озера Шалкар мы проехали 130 километров. Осылай енді Шалкар көлінде көріп шықтық. Енді қазір саяхатымызды жалғастырамыз. Вот так мы посетили и увидели озеро Шалкар, а теперь продолжаем свое путешествие. Не переключайтесь, приятного просмотра!